Сборная Норвегии продолжает сегодня доминировать в мировом биатлоне. Марта Олсбю Ройзелен и Стурла Легрейд берут золото в одиночной смешанной эстафете с одним доп-патроном. На втором месте сборная Швеции, а именно Ханна Эберг и Себастьян Самуэльсен. И третьей становится сборная Германии – Эрик Лессер и Франциска Пройс. У шведов и немцев по 4 доп-патрона. Сборная Франции с 14-й позиции на первом этапе поднялась на финишную 4-ю, Италия 5-я, Канада 6-я.